Девчонки, привет. Мальчонки, тоже привет. Для женщины. Для вас. Благословение духа. Защита духа, защита богини. Портал света. Портал света, открытие врат. Открытие врат, защита. Защита. Что хочет сообщить богиня для вас? Ну, может быть так, что я вообще сделаю отдельными видео. На эта колода просто, ну, как бы этот оракул попросился в сообщение. Звуки, звуки, которые идут, божественные звуки, которые вам открывают портал света, дают благословение, благословение благополучия, открытие благополучия через что ли, а почему? Сехмет. Благополучие, не бойтесь разрушения, богиня. Не бойтесь, смотрите, не бойтесь разрушения для женщин. Вы могущественны в своей женской силе, не смейте бояться разрушения. Войдите в мой храм творения, потому что там вы обретете крылья, которые я вам даю, дабы вы смогли видеть свет благополучия в вас. Вы тот элемент творения Творца, в котором вы сможете сотворить то неведомое блаженство для жизни, для бытия, и вы будете тем человеком, который откроет в себе могущество силы, опять же, творения, откроет в себе могущество силы творения. Храмы. Тут для кого-то, смотрите, важным будет это обсидиан, и это корлеон, это этот, боже, что я, хрисолит, сердолик. Звук очищения, очищение, которое идет по миру. Очищение, которое идет по миру, я вам даю для того, чтобы вы могли видеть будущее и созидать то творение, в котором вы находитесь сейчас, обретая силу духа. Вы есть тот творец, в котором живет, Боже, сила могущества, ну, как бы вашего деяния, как бы заложено вашего деяния. Вам божественный воин. Божественный воин. Знаете, здесь, наверное, действительно надо отдельно видео выпустить. Послание Исиды. Послание богини. Божественный воин вас. Здесь как набат звучит постоянно, ну как бы одно и то же, одно и то же. Оно как колоколь, вот реально сила звука, как колокольный, ну как звон, 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 одно и то же. Рождение души, душа, которая рождается в руках богини. В вас могущество, в вас сила, в вас зерно, вас вы можете. Божественное дитя творение, дитя солнца, солнце, дитя солнца, пустыня. Исцеление, не бойтесь, звук, прохождение, так, подождите, прохождение, звук, очищение, камеры, очищение, зайти, крылья, света, портал, благословение, покров, который даст защиту, защита будет, ну, как бы звучать в звуковом сопровождении, душа рождается, Душа воина, божественного воина. Тут как бы сила женщины, ее о чем?
Почему? Как это пройти? Тут смотрите, тут одновременно испепеление идет, сила воина, испепеление, могущество солнца в женском обличии, испепеление богиня с головой льва-львицы, Сехмет вместе. Так, подождите. Не бойтесь вот как дыхание в пустыне, вот не бойтесь пустыни, как бы выжженного пространства. Оно идет для того, чтобы было очищение и чтобы дать новые ростки, взросления, новой благодати. Это как портал света, портал мира, в котором вы защищены. Рождение новой души. Рождение новой души. Так, а еще будет. Подождите, я, наверное, все-таки реально сделаю отдельным видео. Что еще? Ты будешь чувствовать себя защищенным, потому что, войдя в эти пространства, будут входя в эти пространства, будут предупреждены или предупрежденными о том, что о невозможности возыметь там некую таинственность приходящего мира. Что ли, разрушительную? Боже, все, запуталась. Как бы приходящего, как это, приходящего мира? Проходящего мира, что ли? В вашем сознании есть видение, которое ограничивает будущее, а в том времени, куда вы идете, ограничений не существует, и вы должны понять некоторые составляющие благодати. Благодать есть зерно, из которого вы творите пространство, а там есть свет. Свет есть вы, в свете есть вы. Будьте в мире, живите в мире. Мир людей есть мир богов. Бог есть ты, помни об этом. Все, что создал, придется человек. Все, что создал человек, придется, как употреблять. Поэтому будь чистив или благочестив в своем творении. Помни о всеобщей любви. О всеобщей любви. Я люблю тебя, помню, как дающий я люблю тебя, и ты принимаешь. Безусловный, всеобщий, безусловный. В этом есть цель существования. Найди зерно души твоего творения. Я с тобой, твоя любовь. Вот как-то так. Ну что, знаете что, девчонки, мальчонки? Наверное, так. Следующее видео я все-таки сниму отдельно. И сейчас пойдем по мальчонкам. А это будет послание богине о любви. Вот как-то так.